Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський. Вітаю вас. Добрий день. Ну, як то кажуть, ще далеко до кінця літа, і сьогодні така тема, ну, скажімо там, найбільш обговорювана і між тими, хто відпочиває, а хто намагається відпочивати на одеських пляжах, і хто спостерігає за цією історією, хто взагалі не ходить відпочивати на одеські пляжі, але все одно має свою думку і може пояснити, чому саме не хоче туди ходити. Я знаю, що ви буваєте на одеських пляжах як не відпочивальник, насамперед, так, а як людина, яка просто спостерігає за тим, як змінюються і відносини до людей, і насамперед, які пляжі, тому що у нас от були гості, вони ходили з такою перевіркою і казали, що людей навіть обшукують, так звані охоронці, навіть обшукують людей, і вони в принципі на це не мають права. Да, действительно, эта ситуация очень важна сейчас, я имею в виду освещать ее, потому что, к сожалению, Одесса привлекает сейчас туристов исключительно морем, в общем-то, к сожалению. И здесь необходимо понимать, что после дождей таких массовых мы должны говорить в первую очередь не о условиях отдыха, там, привлекательности услуг, которые предоставляются на пляжах и на вязаном сервисе и так далее, а в первую очередь с точки зрения безопасности и безопасности именно эпидемиологической ситуации. Почему? Потому что из того, что я увидел, это, конечно, это шокирует. Это, ну, наверное, такое можно увидеть только где-нибудь в Индии, вероятно, на берегу Ганга реки. Вот, ну, потому что, честно говоря, я не ожидал, что наши люди настолько беспечны. Вот буквально люди лежат на берегу вымоены, образованные фекальными водами, соответствующим характерным запахом, цветом и так далее. Вот, и загорают, и детей своих пускают купаться в эту лужу, потому что там водичка теплее, чем вот там, представляете, да? И очевидно, что после таких заплывов массовых, скорее всего, не избежать эпидемии. И вспышка таких заболеваний инфекционных, она, как правило, не только в Одессе и в Украине, во многих странах за ней следует вспышка эпидемий различных. В основном у нас это, скорее всего, будут гастроэнтериты и вирусного происхождения. И здесь необходимо понимать, что это не связано напрямую со стихией, это связано с соответствующим отношением к этому органов публичной власти и в первую очередь, конечно, городской власти, поскольку планировочные решения и застройка пляжей именно вот в такой способ небезопасный инициировалась именно городской властью. И в первую очередь мы, конечно, говорим о настилах, организация настилов на песке, потому что, очевидно, и никто не будет спорить. Вы видите, я ожидал, что со стороны мэрии будут говорить о том, что я подкинул крысу, прежде чем ее сфотографировать. Да, но следом, ну, просто никто не поверит, потому что спросят, как, а где же тогда жить крысам, как не под настилами? Это их нормальное место обитания. Сердуще, да. Да, то есть никому не удивительно, что утонуло. Вернее, удивительно, что утонула всего лишь одна, но, по крайней мере, я увидел одну. То есть, наверняка там полчища крыс живет. И представьте себе ситуацию, когда наверху на настиле отдыхают люди, модные, там, заказывают вино, которое в магазине стоит 150 гривен, там, за 1500 гривен, ну, французское. Вот. И чешутся, потому что комарики якобы кусают ноги, вот. Но это не комарики, это, в общем-то, блохи, которые до этого кусали крысок, которые живут под настилом. Вот. И поэтому с точки зрения эпидемиологии и эпидемиологической ситуации, это, конечно, это пещерное такое, знаете, отношение. Вот. Но это не самое худшее. Есть вещи пострашнее. Если вы помните, в Аркадии
Еще 5 лет назад, в 2015 году, были кадры такие шокирующие, когда во время дождя кто-то снимал, из пляжа прямо вырывались фонтаны, как будто открылось месторождение нефти вдруг. Это было не месторождение нефти, это просто старый выпуск, аварийный выпуск коллектора, который еще в советские времена заложен был. От Аркадиевского коллектора основного такой вот аварийный выпуск, он проложен был, он открывался несколько сот метров в море до километра. Вот, на случай, когда залповые выбросы, дождя и так далее, для того, чтобы стравить избыточное давление, оно сбрасывалось через вот такие аварийные выпуски. И очевидно, что по коллектору транспортируется не только ливневая вода, а это смесь, и фекальные воды, ливневые, все вместе. Вот. Ну вот для того, чтобы не били, так сказать, эти фонтаны в пляжной зоне, трубу просто отрезали, отрезали и оставили, и засыпали ее песком. Засыпали песком, а для того, чтобы не видно было, накрыли настилом. То есть вот такой метод борьбы. Значит, теперь получается, что все эти незаконные врезки, которые тоже имеют место быть и так далее, вот, вместе с водами, которые собираются в балку, они инфильтруются и сквозь этот песок постоянно текут в море. А одесситы, которые, в общем-то, постоянно в этой части гуляют, жалуются постоянно на вонь постоянную, что воняет мочевиной, воняет явными разложениями там сероводород и так далее. Вот. И это очевидно, потому что частично через трубу выходит это все. И оно же, представьте себе, его не видно. Вот так сверху, сверху настилом все это накрыто. Но просто уровень ответственности городской власти и уровень бездействия власти проверяющей, органов государственной власти, которые должны проверять. Я имею в виду всех, это и санэпидинстанция, инспекция, и Держпродспотребслужба, и целый ряд других служб, которые должны проверять и в первую очередь выявлять вот такие противозаконные действия. Он просто, ну, зашкаливает. Поэтому, когда после дождя все это оказалось, знаете, как оголено, все эти коммуникации, которые вообще непонятно, что за оранжевая труба, понятно, что она ведет от этих водных горок, которые там организовал себе один господин, в море. Это понятно, но непонятно, на каком основании, есть ли документация, соответствующее разрешение и так далее. То есть все это, конечно, возмутительно и в первую очередь волнует людей и журналистов, когда, за какое время очищается Одесское море. Я вам скажу, что море в Аркадии не очистится никогда. Никогда не очищается. Почему? Потому что море – это комплекс. И нас же не интересует только вода. Нас интересует состояние песка, состояние пляжа, состояние воды. Правильно? Так вот, если вода еще в зависимости от бризовых течений, от скорости этих ветров и так далее, очищается, то песок, сквозь который инфильтруются фекальные воды, он не очищается никогда. То есть он всегда представляет опасность. Песок, который находится в зоне временного подтопления такими водами, но не постоянно, один раз, если он находится под настилом, он может содержать в себе месяцами эти болезнетворные бактерии и вирусы, месяцами. То есть на открытой местности, там, где он прогревается, прожаривается верхняя часть, там, на 10-15 сантиметров, она достаточно быстро обеззараживается. Глубже, как, знаете, у нас привыкли, детки копаются в песке, пока мамы там загорают и так далее. Так вот, есть все условия для того, чтобы заражаться и заражаться повторно целым рядом вот таких вот возбудителей, к сожалению. Ну, і як то кажуть, от ви сказали так, що ще злива, особливо остання злива, наголила всі проблеми, які є на узбережжі. Насамперед ми говорили про Аркадію і бачили фото в інтернеті. Але є ще така історія, така, знаєте, це дамба, так? Вона ж теж у нас може, ну, ще якісь там рісні дощі
і може трапитися лихо. Хаджибеївська дамба, да, це дуже серйозна проблема. Вот. Но проблема, которая, опять же, как и Аркадиевский коллектор, к слову, тоже имеет несколько составляющих. То есть, с одной стороны, мы ничего не делаем, либо делаем все, что приводит к ухудшению реальной ситуации. Да? А с другой стороны, мы просим у государства денег с криками «Геволт, это опасно», и, значит, одесситы пострадают, утонут и так далее. То есть, если мне не изменяет память, деньги на ремонт дамбы уже выделялись, и их тогда освоила тоже компания Геннадия Леонидовича «Росздорстрой». Вот. И я применил слово «освоила», потому что буквально через какое-то непродолжительное время Геннадий Леонидович в свойственной ему манере вышел и начал рассказывать, насколько вообще сильная стихия разыгралась на Хаджибее. Я когда услышал, я представил себе Балтику, Северные моря, думаю, ничего себе у нас Хаджибей, какая... Серьезная же была там буря, что она просто разметала все то, что сделал Росздорстрой в 3 секунды. Надо снова денег, понимаете, какая проблема? Вот. Точно так же, к слову, Геннадий Леонидович рассказывал вот уже в этом году, насколько у нас зимы суровые в Одессе, что только они дорогу сделают, раз, зима, все размерзлось. Но это же Одесса, тут так все серьезно вообще просто. Вот. Поэтому все это... выглядит очень смешно, вот, и было бы смешно, если бы не было грустно, потому что состояние Хаджибеевской дамбы такое, что оно действительно представляет угрозу для жителей, и в случае обрушения этой дамбы, ну, последствия могут быть очень и очень серьезными, то есть затопление целого района города, это... От, ну, это не только Пересыпь, это вплоть до Лузановки, все то, что примыкает к полям орошения. Но проблема в том, что компании, инкорпорированные с этими же товарищами, они же занимаются добычей песка незаконно и занимались всегда, приближая эту ситуацию. Mm-hmm. Потому что песок добывался на полях орошения, увеличивая тем самым вероятность обрушения и ускоряя обрушение дамб. Ну, і це ж, я читала, що це ризиковано, навіть от там же беруть цей пісок для того, щоб ремонтувати квартири, там щось будувати, і він може бути небезпечним. Ну, це вторая ситуація, вот, по поводу санітарної части здесь, в даному случае. Тут з точки зрения техногенной опасности обрушения дамбы. В первую очередь я бы рассматривал эту ситуацию. Хаджибеевский лиман с Хаджибеевской дамбой – это только часть проблемы, я имею в виду состояние дамбы. Вторая часть проблемы – это накопление очень большого количества токсических илов, этих остатков, которые, в общем-то, тоже представляют определенную угрозу для Одессы. И вот сейчас, ну, проще простого, знаете, попросить, потребовать деньги на техническое, на сооружение технических каких-то моментов, когда отсутствует вопрос планировочной стратегии, вопрос адаптации к климатическим изменениям, потому что во многих городах Украины вопрос адаптации уже реализован был. И, ну, скажем, в программах городских были прописаны алгоритмы буквально пошагово, что будет, если вот это, что будет, если это. И как минимум люди там не находились по несколько суток и так далее без помощи в затопленных помещениях и так далее, потому что этот алгоритм реализовывался реально, в отличие от Одессы, к слову. Вот. Поэтому отсутствие такой стратегии планировочной приводит к тому, что необходимо искать поиски капиталоемкие, поиски изменения инфраструктуры и так далее. Но я считаю, что есть большая угроза того, что и эти проекты будут реализованы с большой коррупционной нагрузкой и абсолютно без конкурентной основы. То есть участие Росздорстроя уже не предполагает того, что это может другая компания, более опытная, победит. Также мы же даже не думаем об этом. Вот. Поэтому стоит рассматривать этот вопрос как бы комплексно с двух сторон, со стороны
хотелок чьих-то, да, поучаствовать в каком-то дорогом проекте для того, чтобы обогатиться, да, и со стороны реальной угрозы, реальной опасности. Вот если Геннадий Леонидович считает, что это так все серьезно, я бы ему предложил обратиться, кроме того, чтобы обратиться за финансированием, обратиться в профильные компании, которые специализируются на сооружении мостовых сооружений, дамб и так далее. Ведь Росздорстрой не специализируется на этом. Мы помним, как они эстакаду велопешеходную строили, да? Что ее стоимость увеличилась с 30 миллионов до там, чуть ли не 80, да? И в конечном итоге ее состояние ужасное. Ну, Геннадий Леонидович, ну давайте пригласим специалиста. Вот тем, к слову, кто участвовал в тендере, выиграл его первоначально, это львовская компания была, которая как раз специализируется на местобудовании. Вот. И ей потом отказали, сказали, нам уже не надо. Вот пригласим их, пусть построят дамбу. Правильно, это будет дешевле раза в два, чем Росздорстрой делает. И я думаю, лучше. Ну и такая же ситуация с коллектором, потому что Геннадий Леонидович, когда увидел этот ужас, который, оказывается, вот, происходит в Аркадии, он, ну, не знал, наверное, этого, он сказал, да, это же надо теперь реконструкцию коллектора Аркадиевского производить. Понимаете? То есть мы теперь будем под, скажем, коммерческую структуру, потому что так. Аркадия принадлежит фактически, ну, скажем, это частная собственность, да, мы будем вкладывать государственные средства, запрашивать, чтобы вот, чтобы Аркадии было как бы хорошо. Хотя на самом деле это не ситуация в Аркадии абсолютно не решается пропускной способностью коллектора, потому что в Аркадии нет ни водосборных сифонов, в Аркадии нет соответствующей коммуникации ливневой, то есть ее просто нет. Поэтому ситуация никак не решается сооружением коллектора. Параллельно сейчас идет же подготовка уже к сессии, 28 числа сессии, поэтому ускоренными темпами там принимаются какие-то решения на комиссиях. В частности, я видел, что было принято решение на земельной комиссии об изменении, о том, чтобы вынести на сессию, на обсуждение изменение целевого назначения земли под сквером. То есть вот так просто взять... Азербайджанский сквер? Да, сквер азербайджанский, который несчастный оказался с невыведенными границами. Ну, нагадаем, четвертая станция Великого фонтана. Так. Да, да, это тот сквер, который от фонтанской дороги, он так вглубь уходит в сторону ипподрома. Вот, и если мы помним, там сейчас очень серьезная нагрузка антропогенная в виде этих высоток литовского застройщика Ханбер, нашумевшего, потому что там, если посмотреть, какое количество уголовных дел, вот, то можно ужаснуться. Так вот, они порешали с профильным, значит, вице-мэром, который сначала на них наезжал, там что-то требовал, все у них было не так и все не то, и то вдруг сразу тишина, и только решения пошли, значит, там изменить целевое назначение, там разделить участки, там объединить. Ну, в общем, такая карусель, которая, я почти уверен, что будет проголосована на сессии. Вот. И это в первую очередь говорит о, показывает то, как вот вопросы решаются. Да? То есть, когда застройщику, он уже построил дома, ему нужна парковка, он готов за нее уже как бы вот рассчитаться. Вот. И вот сейчас мы посмотрим, как наша славная экологическая с большой буквы «Э» комиссия депутатская, в которую не входит ни одного эколога, к слову, вот, возглавляет Гиганов, как она сейчас будет, так сказать, протестовать этому решению. Вот. И, ну, профильные, скажем так, вице-мэры, которые на особом контроле держат и подрезку деревьев и так далее, их позицию на этот счет. Я так правильно зрозуміла, що частину цього скверу хочуть забрати під парковку? Под парковку, под застройку. Угу. Да. Там все так неоднозначно, все так сложно. Там участки объединяют, потом разъединяют, меняют целевое назначение. Ну, понимаете, да, чтобы депутаты могли сказать, так мы же не разобрались и проголосовали, тут так все сложно, непонятно. Вот. А все очень просто. Вот есть парковая зона, которая осталась с невынесенными границами. Есть застройщик, который готов чуть-чуть
решить, с кем надо. Есть люди, которые решают, к слову, очень неплохо. Я как бы просто удивляюсь вот деятельности и активности Михаила Кучука, к примеру. Прекрасный человек. Ви знаєте, от як, ну, великі речі, вони складаються з маленьких, так? Ну, як то кажуть, що от треба звертати увагу на таке, на такі, ну, маленькі на такі події, або там кроки, або ще щось. От щодо, от, наприклад, останньої зливи, так, те, що мама мала на пересипу. Воно ж це ж складова, це ж не просто от пішов великий дощ, і воно все затопило, так? Це ж складова дуже таких от, ну, навіть як мозаїка можна складати. По-перше, вирубуються дерева, робляться парковки, забудови, заливається бетоном, тобто воді вже нікуди йти, так? Землі майже не лишається. Вона потрапляє в лівнівки. Їх не чистять, так? У нас, скажімо так, перевантажені колектори, каналізація. І все це не витримує, вода піднімається, виносячи з собою все, що було під, скажімо, землею, куди вона встигла потрапити. Ну і приходить розуміння того, що ми там, як ви, мабуть, теж бачили, на тій же пересипі, коли люди стоять по коліна там в воді, як вони, це ж не дощова вода, ми ж розуміємо, так. Да, вы все правильно говорите, логика, она в этом плане очень важна, и в первую очередь есть такой раздел, как бы, архитектуры, генпланирования, это инженерная защита территории. Вот. То есть где те специалисты, которые занимаются планированием инженерной защиты территории? Я вам скажу, что Геннадий Леонидович может сколько угодно долго рвать волосы на голове у себя, но рассказывать о том, насколько уникальны стихии в Одессе и вообще и зимы очень суровые, и дожди вот, просто как нигде, да. Но даже Геннадий Леонидович, когда приходил к власти и в кампании своей предвыборной, он рассказывал, если вы помните, как он будет, значит, инициировать строительство буферного пруда Савицкого, если вы помните. А на самом деле буферного накопительного пруда. Это пруды, которые каскад прудов джутовой фабрики, один из них в сквере Савицкого. Почему это важно? Потому что не все вопросы, и в первую очередь связанные с затоплением, решаются увеличением пропускной способности коллекторов. Это, ну, такая, знаете, не очень умная логика. Почему? Потому что нелинейно меняются эти нагрузки. И если мы будем рассчитывать из максимальных пиковых нагрузок, то нам не хватит никаких средств. Не хватит средств, даже если их будут просто дарить Геннадию Леонидовичу. Вот. Дело в том, что инженерные сооружения предполагают накопление этой воды. И вот почему проблема с улицей Балковской? Ведь в советское время в районе Балковской было порядка 7 таких буферных накопительных прудов, которые принимали основной удар на себя во время дождей, они накапливали эту воду, а потом постепенно ее отдавали. Вот. Поэтому здесь только это говорит о том, что территорию надо планировать. Это говорит о том, что не то, что там, надо трубу больше, значит, туда. Вот, и все решится. Не решится никогда. Надо планировать территорию. И неспроста, допустим, была Аркадьевская аллея, к примеру, ее не застроили еще в советское время. Неспроста в Аркадьевской балке, которая берет свое начало с Куликового поля фактически. Представьте, какая громадная, какой громадный водосборный бассейн, и понятно, что там будет река, да, она и текла там всегда. Вот. Именно поэтому там разбили парк Перемоги, именно поэтому в Устье была расположена Аркадьевская аллея. Вот. А кто-то вот самый умный там через господина Брендака, это же его решение было. Вот. Он же сейчас, так сказать, советует Геннадию Леонидовичу, продолжает. Вот они взяли, отдали
в частную собственность, застроили. Ну вот проблема как бы налицо. Поэтому общие планировочные решения, они еще и требуют участия специалистов, расчеты, ну, в общем-то, целого ряда специалистов, и требуют планировку пространства не только с точки зрения застройки, но и с точки зрения инженерных сооружений, с точки зрения парковых зон, потому что это городская среда, здесь нет одного, ну, предназначения, скажем так. Каждый элемент, он должен быть универсален в той или иной степени. Вот парк, допустим, Савицкого, яркий пример, когда пруд мог бы выполнять инженерные функции, одновременно он бы выполнял рекреационные функции, потому что сейчас это просто отстойник и бедствие, ну, в общем-то, это экологическая катастрофа, потому что этот пруд ужасный, туда стекаются сточные воды и так далее. Если бы реализован был проект, о котором Геннадий Леонидович так рассказывал, и даже были выделены деньги на проектную документацию, и они даже были потрачены, вот, то сейчас это была бы прекрасная зона с точки зрения рекреации, заодно она бы выполняла вот такие вот функции. То есть такие комплексные решения, которые не там течет, значит, надо увеличить там дырку, чтобы туда все... Больше. Да. А решения немножко другие. Ну що ж, наш час в ефірі вичерпано. Дякую вам за відповіді на питання. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський. І дякуємо вам за те, що цей час присвятили нам. Побачимось.